1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Не давали создавать сопернику моменты, но где-то Игорь помог в первом тайме. Во втором, когда играли хорошо уже, скажем так, довольны были, в принципе, игрой. Хотели где-то поймать контратаки и все-таки постараться забить, но это все добили его в конце. А как объяснял, что просил от вас, что требовал от вас Черчесов, как нужно было обыгрывать Аргентину? Ну, за Черчесов выйдите, спросите меня. Да Черчесов там разговаривает, мы пока здесь с вами, ну, не можем пройдет. Там. Ну, о чем мне спрашивают, что требовал Черчесов? Я, ну, похож на Черчесов? Согласен, да? Не похож. Ну, ну от вас же требовал. Ну, вот у него спросите, что требовал. Хорошо, как вам сегодня аргентинцы? Насколько они крепкие оказались? Ну, со стороны виднее, как вам аргентинцы сегодня? До 86 минуты и создавали хорошие моменты, но это сильная команда. Хорошо играли, не забили, но и повторюсь, что в конце пропустили один гол. Сегодня открыли один из самых крутых стадионов мира и явно самый крутой в России. Как вам Лужники? Или, может, Крестовский лучше? Супер. Какой лучше, Крестовский или Лужники? Крестовский лучше, но он в Питере находится. Для Москвы и, конечно, Лужники – это топ-арена. И последнее тогда. Глушаков в перерыве поменялся майкой с Месси. Как это вообще возможно? И с кем вы поменялись мы? Я сам не знаю, как это возможно. Я не менялся. Без майки ушел? Серьезно? Вообще. Никто не нужен? Ну, так получилось. Окей, ну с коронавитером хотя бы надо было так для приличия. Хорошо. Зачем он не успел? Не успел. Так и вы так хорошо знаете. Все, спасибо большое. Спасибо.